Другой фактор, почему считают все-таки, что я смогла соединить бизнес и гуманизм, я думаю, что вот бизнес для меня это не просто активы, деньги, средства, какие-то процессы, организация, процедуры. Бизнес для меня люди. И это, мне кажется, очень важный фактор, который я усвоила изначально. То есть для меня важно, кто со мной работает, разделяет ли он мою идею, профессионален ли он, понимает ли он. И для меня человек важнее всего. Будь он сотрудник, будь он клиент. Поэтому даже будучи на руководящих позициях в Women International, я старалась максимально с клиентами встречаться сама.